Как вы думаете, какой режим наиболее подходящий для правления в России? Главное, что не коммунизм. Почему? Мякиком. Меня больше симпатизирует либерализм. Монархия, то как Великобритания. Почему? Практика бакалавка. Да лучше. Ну, я думаю, демократически. Почему? Ну, все-таки свобода слова, и это, ну, хочется свободы слова. Тоталитарный. Почему? Ну, вспомните, еще Жириновский говорил, при Сталине у людей было мало всего, всегда было тепло, всегда была еда, и люди в целом были довольны. Сейчас у нас в стране вот что происходит, и люди недовольны. Это вот фраза Жириновского, как бы, и он изображает российское общество. Вот как он говорил еще, Путин за Путина, Ельцин за Ельцина, то есть люди, в принципе, у нас как зомби в плане избирательной кампании. Хочу ими разлучиться, того и голосуем, поэтому авторитаризм. Ну, знаете, даже нет, авторитарный, скорее авторитарный, потому что я не хочу, чтобы в мой телефон лезли и видели там историю браузера, что я, не знаю, драчу на танцующих медведей. Это было бы неплохо. Демократический. Почему? Потому что в России очень много умных, хороших, добрых, честных людей, которые бы хотели жить по законам, чтобы законы были для всех едины, что прежде всего и подразумевает демократия, чтобы выборность была, власть, то есть была выборной, а не так, как у нас в последнее время. Ну и чтобы была возможность как-то проявить себя всем слоям общества, независимо от того, где они родились. Монархический. Почему? Ну, потому что, мне кажется, слишком большая страна для того, чтобы все часто менялось. Демократия. Почему? Потому что свобода выбора. Я считаю, что народ должен иметь право голоса и выбирать президента, как сейчас мы это делаем. Я думаю, демократизм. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, это лучше то, что можно сейчас, так сказать, увидеть в нашей стране. Возможно, можно было бы вернуться к коммунизму, кому интересно. Ну, или же оставить демократию. Пока вот как у нас, так сказать, есть. Я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина. Думаю, что это демократия. Думаю, что сейчас у нас демократия. Скорее всего, это демократия, так как власть народа — это круто, здорово и классно. Вот. Ну и я думаю, что в современном обществе это наиболее подходящая система для управления. Я считаю, скорее всего, ну, наверное, демократия. Не знаю, чувствую так почему. Почему? Ну, не уверена. Потому что монархия, она как-то все же более, как по мне, устаревшая. А демократия как бы сейчас более актуальная, и, как мы видим, ничего прям серьезно, такого нету демократии. Не знаю.